Вот сюда вот вставай, передо мной. Вот, в самом козырном месте стоит. Сереженька, иди сюда. Сереженька. Так, закройте храм. Сереженька, Вероника и Сен, давайте. Все, значит, сидят, она вот ушла. Еще полшага. Иди сюда. Еще полшага. Вот. Не уезжайте, Марка слышит. Иди сюда, сюда пошли. Не знаю, сейчас скажу. Мам! Эх, Марк, Марк. Скажи, мы закончим. Продолжайте, продолжайте. Мне понравилось. О, закончили. Сало не жуется. Короче. Ты
Это вот, это ребятишка, если что. И мама. Там мама. Подождите. Где? Сладким. Ну, надо их покормить сейчас. Сергей, мы едем на кровь. Сейчас все станут вместе, они уже на день Обычно так просто не делают. Люди сидят, слюной истекают. А где это вообще? Комната. Я не знаю, они куда-то сюда, по-моему, или туда, куда-то. Где у нас молодые? Куда делись молодые? Молодые все. Они в номер ушли. Они попросили только что номер, от номера ключик, и поднялись только что в номер. Это куда, второй? Это наверх, да, в гостиницу. Сейчас, ну, наверное, спустят. Ну, хоть бы начали Василис, потом они ушли. Ну вот как-то так, только что они вот буквально поднялись. Ну а нельзя как-то, чтобы они сюда уже вернулись? Я, наверное, они что-то там делают. Номер, говорит, номер есть, который что-то там можно делать, что, не знаю. Они вот так номер поднялись. Просто такое мне, честно. Но... Я сколько свадьбы вела, никогда так вот всегда начинают дружно, а потом уже они могут куда угодно. Конечно, так нельзя. Что люди так сидят. Не и... А я не могу начать, не для кого-то. Подожди. Как мне пройти туда? Как мне пройти туда, к ним, к молодым? А, через зал. Чтобы их поторопить, но все ждут же. Может, через зал. Да, обратили, да, внимание, они, что еще свадьба только началась, а молодых уже украли. Я знаю, что номер молодых на втором этаже, но они поменяли на другой какой-то номер. Пойдемте, вы знаете? Так нехорошо, хотя бы начали уже есть бы все, потом бы они ушли бы. А куда они делись, а, молодые? Молодые, куда делись? А где у них номер? Маш, ну так вообще, говорит, первый раз такое. Хотя бы все начали бы есть, потом бы вы исчезли. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, сейчас все уже уселись давно. Хотя бы, говорит, начали есть бы, но... Да ладно, потом убегать там уже Алиска начнет, там уже все. Ничего. Да, что? Все, все облизались. Ну вот именно, что сидят, облизываются. Все облизываются. Это было кушать, да? Нет. Нет. Чего, черт, надо сходить, Настя попросить. Тихо, жених, ты че? Вместе. Вместе идите, Маша. Сегодня Марк и Маша совместно жить решили. Созрело их желание, в любви они признались, и, давши обещание, пред Богом сочетались. Законный брак свершается, что может быть чудеснее? Сердца соединяются, чтоб путь продолжить вместе им. Мы им сегодня выскажем все, что в семье бывает, и пусть они умом своим уроки извлекают. Для этого мы созваны на брачный пир сегодня, чтоб научить, как в жизни им по слову жить Господню. Они еще не опытны, и жизнь для них загадка. Так пусть они не думают, что все здесь будет гладко, но будут бури с грозами, с холодными ветрами,
И будет путь не розами ли шустлом, но шипами. Но не позволим в этот час мы грустной быть невесте. Пусть не грустит жених у нас, порадуемся вместе. Ну и, конечно, нашу радость я не могу открыть сама, поскольку у нас здесь присутствует батюшка, который венчал нашу пару. И я думаю, что мы все-таки дадим ему слово. Можно попросить вас слово для молодых, чтобы мы начали наш пир? Ну что, я уже много сегодня говорил, что все благословения, какие Господь преподает молодым, эти благословения тогда почивают на них, когда мы открываем для них свое сердце и желаем, чтобы они исполнялись на нас. А если оно закрыто или нет, то они пройдут мимо, эти благословения. Поэтому мы здесь собрались ошибиться при множестве советов. Вот. И успех в войне, говорит, тоже при советах. Это в Библии написано. А Библия – это Слово Божие. Поэтому им пожелаем, чтобы они не пренебрегали советами уже мудрых в жизни, в земной жизни, в духовной жизни. На какие-то свои дела спрашивали больше советов. Вот. Тогда будет они все искали не своей воли, а воли Божьей. А воля Божья тогда, когда это дело, которое мы предпринимаем сделать, оно не противоречит Священному Писанию. И советы, принимаем советы мудрых в жизни, тогда она и совершится, воля Божья. Вот так вот. Имейте на это сейчас желание и стремление всегда к этому стремиться и исполнять. А сейчас давайте, наверное, встанем и попросим у Бога благословения на пищу. Отче наш, Отче на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Вы на полкружочка, как я понимаю, закручиваетесь. Если вы ответили неправильно, то вы стоите на месте. Еще раз. Правильно говоришь, поворачиваешься на... Я зачитываю слова. Если они есть в Писании, вы говорите есть, мы их приклеиваем на дерево, и вы в половинку оборота прикручиваете. Да, 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 вот так. Если вы не угадали, то вы не прикручиваетесь и стоите на месте. Вот ваша задача — соединиться. Итак, любовь всегда побеждает. Есть? Всегда побеждает. Кто знает? Можно подсказывать? Нет. Нет? Сдаем. Давай мы тебе будем сдавать урожай яблок неправильных. Не раздражается. Да, не раздражается. Так, стой, невеста... куда? Нет, только один тогда поворачивается. Теперь опять жениху. Пребывает вечно. Любовь. Любовь. Да, да,
есть. Белая порода. Бывает вечно, есть. Да, да. Мы такие, нет. Мы такие. Стоишь на месте. Опять на месте. Долго терпит. Невеста прям молодец. Просто надо говорить да или нет. Они не поняли. Надо жених, да или нет. Любовь не ищет своего. Есть. Да. Да. Нет. Конечно. А то они сразу прибегут. А у нас яблок много, кто сортировать будет? Невеста, любовь всему верит. Поворачивайся. Если бы мне еще помогли маленько клеить. Так, жених, любовь приходит. Нет такого. Ну, поворачивайся. Держи тебе. Невеста, любовь не мыслит зла. Жених, любовь не превозносится. Он уже с ужасом на меня смотрит. Где подвох? Невеста, любовь сорадуется истине. Сейчас они друг за друга пойдут. Любовь утешает. Нет такого. Держите, не верят они. Любовь не заблуждается. Нет такого. Ну вот все знают. Мы тут старались, путали. Любовь никогда не перестает. Да. Они уже закрутились. Так до конца закручивайтесь. Еще закручивайтесь. Да, все уже. Уже некуда закрутиться. Любовь все покрывает. Да. Сейчас все муж перекрутит обратно. А мы пока смотрим, на ком больше намотано-то. Любовь не обижается, есть? Знают, что нет. Любовь не изменяет, есть такие слова? Нет. Нету. Любовь не бесчинствует. Да. Всего надеется. А теперь вместе отвечайте. Любовь не завидует. А что они стоят? Они вместе. Мы их учим хором отвечать. У них еще плохо получается. Они связанные. Любовь милосердствует. Любовь разумляет. Так, у них пока еще дружно не получается. Так, не уверена, да, еще? Любовь покоряет. Любовь учит. Вот, уже лучше получается. Все переносит. Да, так лучше. Но не хорок. Но еще не синхронно. Почему карточки не переносят? Не гордится. Да. Есть. О. Но надо успех закрепить. Все принимает. Нет. Но? Нет. Так, гости говорят, нету. Не радуется неправде. Да. Гости-то как синхронно. Вот чтобы как гости научились так же вот все-все синхронно делать. Смотрите, какое вы дерево посадили.
Смотрите, какое вы посадили прекрасное дерево. А вы думаете, мы вас просто так связали, да? Вот сейчас вы вот так будете стоять, а я хочу позвать гостей, которые вот самые смелые, у которых уже кости сидеть затекли. У кого кости затекли? Мы в хоровод вас приглашаем в такой. И помните, может быть, кто часто бывал на днях рождения, особенно в детстве? Какую в детстве поют песенку имениннику в хороводе? Каравай! Вот сегодня день рождения у нас новой семьи. Сегодня родилась семья Калашниковых, Марка и Марии. И вот мы тоже давайте их поздравим. Молодежь, Наташ, ну я вижу, у тебя уже косточки затекли, вставай. Сим. Благодать на них сойдет, по жизни радостно течет до небес, до небес. Так вот мы любим молодых, желаем счастья им, от юности до неседы, ты будь хранителем. Пусть благодать на них сойдет, по жизни радостно течет до небес, до небес. Пусть благодать на них сойдет, по жизни благослови потом свои, чтоб быстро в ней живы. Семья стояла, как грозит, на радость всем святых. Пусть благодать на них сойдет, то жизнь их радостно течет до небес, до небес. Пусть благодать на них сойдет, то жизнь их радостно течет до небес, до небес. Не было в семье. Я обретаюсь в каждом в этом мире вновь. Я все во всем, и нет вас без любви. Вы без меня звенящая лишь медь, кимбал звучащий, звук пустой, обман. Я призываю вас любовь иметь. Я от Христа для вас великий дар. Я вас наполню дивной красотой и закреплю ваш созданный союз. Я буду вашей жизнью и душой. Я сохраню взаимность ваших чувств. Я честность, сторож веры и любви. Я честность, призывая всех к себе. Я зеркало и молодость души. Я сил хранитель в жизненной борьбе. Муж и жена, я ваша навсегда. Скрепляя ваш союз своей рукой. Не думайте, что я невелика. Сам Бог меня послал в ваш мир людской. А я терпением зовусь, в пренебрежении я многими сегодня. Я в послушании у Бога нахожусь, и я живу по воле лишь Господней. Терпением лишь души спасены, и Бог терпеть давно всех призывает. А славное сокровище семьи, где есть терпение, там и мудрость пребывает. Я высоко себя не ставлю, ведь я смирение, друзья. И я гордыню в сердце плаваю, частицей вечного бытия. Смирение не позор пред Богом, хотя пред миром так смешно. Ведет Господь своей дорогой, где несмиренному тесно. Пусть в христианской жизни с вами не будет по пути всегда. И если станем мы друзьями, родится крепкая семья. Я воздержание, но не хочу молчать. На этом празднике послушайте меня. Воздерживайтесь от мирского зла, святую кротость и терпение храня. Не надо словом злобным упрекать, ведь вы одно, отныне и вовеки. Но помогай друг другу не роптать, я дар от духа, данный вам навеки. Я трудолюбие, хочу и к вам семью.
Вы без меня не сможете прожить. Для вас необходимо подарю, чтобы другим могли бы уделить. Сам Бог с великой радостью глядит на души добрые, живущие в труде. В семье такой ребенок будет сыт, одет, обут, и гость доволен будет, и места нет в нужде. Радость, а я последняя осталась, я ликование, я радость. Когда меня в жилище нет, то меркнет даже солнце свет. Я к вам пришла, чтобы просить принять меня в свою семью. Я радость вечная, мне жить и жить. Я буду здесь и там в раю. Я радость, данная Христом, что на кресте за нас страдал. Меня послал Он в каждый дом, чтобы лампы свет не угасал. Ликуйте каждый миг и час, и в трудностях не унывайте. Утешить я готова вас. Со мной вы вместе пребываете. Дети, кушайте хоть чуть-чуть. Вы выслушали нас сейчас. Решайтесь здесь же, в этот час. Своей новой семьей возьмете ли вы нас с собой? Скажите дружно нам тогда, берете нас? Берем. Да, конечно. Ну, давайте отдавать. Нет, это вам пригодится в хозяйстве. Ну, а мы, конечно же, поздравляем семью и желаем, чтобы все семь добродетелей поселились в их доме и всю жизнь вместе с ними нога об ногу шагали к Богу. Многое лето! Хлеба с мином лучше за столом женой, чем курятина с гарниром в одиночку и с тоскою. Помните псалом Асафа? Микрофон. С вами зависть пусть не дружит, вот. Даже если иногда на ужин будет только чай да сахар. Давита, да не дай микрофонов побольше. Сладок этот мед, но все же меда сотового слаще. Библию читайте чаще. Но скажу я вам при этом, жизнь и слово исполняйте. Сами в мире слепо будете. Тут, нет, туда же. Я дарю вам сотня вкуса и желаю, не забудьте поведение Иисуса. Сами солью в мире будьте. Подарим ложку, чтобы ходили по одной дорожке. К этой базе тонкой, хрупкой не относится небрежно, а тем более с подругой обращайся, Марк, ты нежно. С женой уже. А холодное оружие применять, друзья, не нужно. Вилки, острые ножи, правда, в доме все нужны. Но чтоб острые слов друг другу мы не смели говорить, чтобы в мире и согласии вам всю жизнь свою прожить. В доме надо бы и мыло, чистоту во всем любите. Кровь Христова вас омыла, в чистоте сердца храните. Мы дарим вам кружки, чтоб не могли жить друг без дружки. И дарим вам чашки, чтобы есть из них вкусняшки. А это, Машенька, тебе пригодится каждый день, чтобы комната твоя всегда чистая была. Когда возьмешься за уборку, то сразу вспомни, что не только уборка в комнате нужна, должна быть чистая душа. Я дарю пленор для полосканий и желаю, пусть вермами между вами доброта благоухает, как любимым подобает. Thank you.
Песни про дом и про то, каким он должен быть. Благословен дом.